А что она тебе пишет, ну-ка? Там разные признания в любви интересные. Ну там вот последняя написала: «Я люблю тебя всем сердцем. Хочу рядом с тобой прожить всю жизнь, чтобы всегда одаривать тебя своей любовью и хранить твое счастье. Мой милый, я тебя люблю». Ты сейчас прикалываешься или тебе такое реально пишут? Нет, реально пишут. Не, подожди, как? То есть тебе такие сообщения пишут, и ты на это отвечаешь? А что, мне с ним заблокировать, что ли? Я... Поэтому я сперва спросил у тебя, как... Ты сказал, ну, не буду ревновать. Ну, знаешь, ну, я и не ревную, но... Ну, все, тогда я тогда отвечу, скажу спасибо, очень приятно мне тогда. Что значит, подожди, что значит спасибо, очень приятно? Это вообще другое, это что это такое, что это за сообщения такие? Какие поклонницы? Ты что, Джордж Майкл, ты Майкл Джексон, Элтон Джон, Элвис Пресли? Я что-то не знаю, какие поклонницы. Женского пола. Мужчины пока вроде не пишут. Да я поэтому тебя спросил, какие поклонницы. Ну какие-то поклонницы. Нужно... Мне блокировать всех, что ли, таких, или что мне делать? Я отвечаю. А что, тебе таких много пишут? Ну, периодически пишут, я не а знаю. А почему? Я что-то не пойму, а почему мне не пишут? То есть у меня поклонников нет, а у тебя поклонницы есть. То есть у тебя там сколько подписчиков, и у тебя уже есть поклонницы? Ну, и да. Такое тебе пишут, я дарю тебе все от кончиков пальцев до кончиков макушки. Ну, да. Дай-ка я напишу ей сейчас. Зачем? Это же мои подписчики, зачем тебе это надо? Ну хорошо. Не, дай я посмотрю просто. Не, я не ревную, мне просто интересно, как бы, ну. Просто узнать, кто этот человек и вообще зачем этот человек пишет моему мужу такое. Да я убрал уже телефон, все, успокойся. Вот я уже заблокировал и все, чтобы ты не переживала. Что, просто мне казалось, ты просто самодостаточный человек, и мы договорились, или что ты в себе уверена, я в себе я уверена. Я в себе уверена, но такое это вообще... Дай тебе телефон. Зачем тебе телефон? Я убрал уже телефон, все, я уже заблокировал ее, все, мы ее не найдем. Почему тебе пишут, а мне не пишут? А что, я на Джейсона Стэтхэма вообще-то похож. И на Брюса Уиллиса. Это я так считаю. Это я так считаю, потому что я тебя люблю. А другие так считать не должны. А что, меня другие любить не могут? Только не могут. Ну все, иди сюда, я пошутил, просто пошутил. И сейчас я бы тебе стукнула. Я пошутил, просто ты моя. Иди сюда. Ты моя.